30 октября в Винновской гимназии состоялась ежегодная торжественная церемония вручения именной стипендии главы Ленинского района детям и подросткам, проявившим выдающиеся способности в области науки, культуры, искусства и спорта. В ходе мероприятия также чествовали и стипендиатов губернатора Московской области. В этом году ими стали 23 учащихся муниципальных образовательных учреждений района. Первого ноября клуб «Спарта» и компания отметил свой день рождения. Отметил результативной игрой в матче премьер-лиги против «Казаночки», буквально разгромив гостей. Итоговый счет игры 91-39 стал отличным подарком для главного тренера и всех болельщиков. Следующий матч «Спартанки» проведут на выезде 4 ноября в 18 часов в рамках группового этапа Кубка Европы «ФИБА». Четвертого ноября в музее Горки Ленинский пройдет акция «Ночь искусств». Для жителей и гостей района приготовили отличную программу – спектакли для взрослых и детей, концерт группы «Classic Jazz». Вход на все выставки и экспозиции, а также театрально-музыкальные мероприятия свободный. Однако требуется получить бесплатные билеты. Более подробно по телефону 7-495-548-9309. Продолжается льготная подписка на газету «Видновские вести». Всего 626 рублей 16 копеек, и целый год вы будете в курсе событий, происходящих в районе. Льготная подписка проводится по адресу город Видное, проспект Ленинского комсомола, дом 6А. Обращаем ваше внимание, что подписку на первое полугодие 2016 года можно оформить в любом отделении почты, но стоимость будет значительно выше.